Всем привет, дорогие друзья! Как я и обещал, мы находимся в центре связи Sixen. И здесь у нас проблемки небольшие. Связаны они с теми людьми, которые находятся сейчас вон за тем пламенем. Я не буду сейчас показывать это, потому что... Так, очистка камеры, доступ к дверям. Вот так. Кто-то тут опять что-то отключил. Так, а доступ к дверям каким? Так, как бы тебя быстро вырубить, а? Так, он отвернулся, они все отвернулись, можно проскочить. Давайте проскочим. Ага, револьвер перезаряжается. 6 патронов и все. Упс. Зачем я вообще на это подписался? Ага. Так, понятно. Чё? Стойте, вот эта связь с Настрома, нет? Да нет. Не похоже. Так было надо. И это ты предложил, не я. Что будет, если мы... А ну-ка без паники, прорвемся. Ой. Так. Ну пошел экшон, ребят. Где ты еще был? Говорит капитан Даллас. Первая запись в бортовом журнале на обратном пути от Эдуса к Земле. Когда вернемся, я намерен потолковать с координатором полетов. Нашего научного сотрудника заменили за 2 дня до вылета безо всяких причин. Орбитальность стабилизатора функционирует на 80%. Я просто хочу, чтобы мне объяснили. Груз мы готовы принять по первому требованию. Даллас, капитан Настрома. Черт. Походу, я что-то не понимаю. Кто-то в меня стрелял? Да. Ой, блин. Да их тут везде, как этих собак. Мерещится уже. Да, чувак, пусть тебе будет пусть тебе мерещится все это. Так, центр связи. Я, конечно, понимаю, что... Раньше-то было стрёмно. Так, они же услышат датчик движения, да? Как бы вырубить, а? Бесшумно. Так, а нам наверх. Пусть он со своей семьей выживет. Ой-ой-ой-ой-ой, сейчас станция свалится и к чертям мы придем на планету. Так, вот оно, сохранение. В прошлой серии я не дошел до него, пошел блукать в какую-то вообще далекую местность. Может быть, такого не стоило делать. Но... Но я предпочел все-таки безопасно. Безопасно все это дело провернуть. Так. Ладно. Тут у нас, помните, был чужой и гонялся за нами. Сейчас его нету, конечно же. Потому что я этого чужого, по-моему, прихлопнул. Так, чувак, это... А, вот, Рикардо, ё-моё. Забрался он под стол. Негодник. Врешь ты мне все. Так.
Аккумуляторы. Мне не нужны аккумуляторы. Здесь у нас что есть? Ящик. Так, это уже интереснее. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Смотреть. Вещество Б. Ладно. Ну что, Рикардо? Рипли. Ты цел? Слушай, Марло все еще авторизован на этом компьютере. Если бы у нас были координаты Торренса, мы бы направили спутниковые тарелки вручную, обошли бы Аполло. У пульта управления спутниками есть обсерватория? Да. Так ты можешь вычислить координаты Торренса. Я открою тебе дверь. Найти обсерваторию. Так, еще одна бесполезная затея, по-моему. Не знаю, хотя... Ментальные стабилизаторы функционируют на 40%. Аполло полностью изолировал всю станцию. А, обсерватория — это то место, которое... В прошлый раз, по-моему, была недоступна. В силу того, что нам тут, нас туда просто не пускали. И там, кстати, были у нас андроиды, да? Да. Кстати, а почему он говорит, что он залез под стол и никого... Тут вообще никого не было. Странный он какой-то. Все, хорошо. В центр связи опять отправляемся. А, в чем вот... Я бы сказал, не то чтобы минус, но может быть какой-то даже и плюс тех локаций, которые, по которым мы уже шаримся. В какой раз? Мы их шаримся. Что за слово такое? Мы их знаем. Более-менее мы здесь были уже, потому что... И поэтому мы можем как-то ориентироваться в том месте уже более грамотно, использовать какие-то ландшафтные, может быть. Ну, в смысле, окружающую обстановку, вот это вот все. Я думаю, вы меня понимаете. Столы всякие. Черт, не могу обойти. Так, а тут люди. Корабль сам руки пришел. А пола не пускает. Попробуй опять роды. Ладно, ладно. Они всех андроидов уничтожили, да? А где они? Вообще не вижу. Я полезу через вентиляцию, это безопасно. Так. С дробовика их убивать тоже как-то не кайфово. Может, дробовик понадобится потом в другом каком-нибудь месте. А у нас его... Не окажется. А, вот, все, понятно. Зажать надо просто. Допер к концу игры. Давай, давай, Рипли. Давай, родная. Быстрее выпиливай эту штуку. Открывай рычажок. Окей. Так, чё я присядку иду? Я же всё-таки... Блин. Бедняга. Так, ну... Смотреть. Так, я уже от каждого этого шороха, блин, в сторону. Так, ну и что нам тут надо сделать-то? Обсерватория, ну... Я нашел ее. Или это не она? Подождите. А, понятно, тут лесенка есть. Найти торрент в системе слежения. Во, вот это... Вот эта станция. Не, она огромная. По ней... Представляете, сколько тут чужих по ней сейчас бегает? Это просто капец какой-то. Кошмар. Так, ладно, нам найти надо наш дорогой кораблик. А, подожди.
Так, вроде как-то разобрался. Все равно непонятно, как это работает все. Вроде как надо зажимать стрелки и нажимать Enter. Ой-ой-ой. Подождите, что-то не то нажал. Начать сканирование. Нет? Будем пытаться еще раз. Так, при... А, подожди-ка. А, все понял, надо совместить, да? Вот так вот. Так, вот координат. Нашли вроде как, да? Вау, мы поднимаемся еще выше. Ну, прикольно. А вот она, та планета, которая сверкает на фоне нашего главного меню. Так, еще. А, еще. Еще глубже. Понятно. Так. Слава богу. Рикардо, я их нашла. Отлично. Теперь надо вручную направить тарелки на Торренс. Ясно. Иду наружу. Вау. В космос? Ввести координаты Торренса. Я сделал это. Ага. Хорошо. В кедах такая. Модная деваха. Давай, Рипли. У нас все получится. Тем более уже подходит практически к завершению все, да? Я думаю, мы сейчас свяжемся с Торренсом, он нас заберет, и все будет отлично, да? Правда же? Я тоже на это надеюсь. Так, выйти наружу. Куда? О, ой-ой-ой, а куда идти? Как? Как пройти-то мне? Тут ребятки плохие. Я могу отсюда открыть проход в шлюз. Погоди. Вот в этот. Все. О, есть. Ага. Мол, что-то могло не получиться. Так, огнемет у нас есть. Револьвер тоже в порядке. Давайте огнемет возьмем на всякий. Да, и правда, у нас сейчас будет в космосе задача. Блин, вручную. Как мы вручную будем все это толкать? Или какие-то системы могут тут быть, которые повернут ее? Ну ладно. Поехали. Третий раз, кстати, за игру надеваем скафандр. Первый раз это в самом... А, нет, подождите. Четвертый. Один раз мы за Марлоу играли в скафандре на планете чужих, помните? Ну, там была жесть. Так, ладно, я чувствую себя таким этим... киборгом каким-то, шагающим так медленно. Отлично. Вот так вот. Фух, ну, интересно. Какие-то новые дают эти задания. Выходи быстро! Тут такое будет, когда станция начнет падать. Жесть. Я и сам понимаю, что сейчас, если станция начнет падать, меня куда-нибудь отбросит, либо я сгорю в атмосфере вообще. Короче, будет такое, что никому не пожелаешь. Неожиданно для меня, знаете, игра приобрела какой-то такой необычный окрас, предоставляет нам все новые и новые возможности, как-то какие-то идеи новые подает. Смотрите, какое солнце. Очуменно. Еще одно слово паразит, по-моему, в моем лексиконе. Вау. Вот это достойно, наверное, скриншота, ребят. Ну или вот это кадр. Да, замечательная игра. Лучшая среди всех, которая была по чужим.
потому что другой такой у нас пока нету. В Colonial Marines там пехотинцами всякими играли. Там чужие были даже представлены, как какие-то, не знаю, ну не куклы, но они были такими какими-то зверюшками, которых можно было убивать, не убивать. А тут мы реально чувствуем, что чужой — это такая сила, что с ним спорить очень трудно. Его даже патроны не берут. Хотя, конечно, во второй части фильма такого не было. Вы же помните, да, вторую часть? Которая тоже по-своему была шикарна. Про третью часть я ничего не скажу, потому что я ее тупо не помню. В детстве меня пугали этими страшилками, а сейчас я не помню ее уже. Две части отчетливо помню, потому что пересматривал эти серии совсем недавно. И они нисколько не устарели. Ну, по технологии, возможно, первая часть как-то устарела, а вот вторая выглядит безумно красиво. Ну, даже сейчас. Так, что-то я не пойму, куда-то на красный идти. Жесть, сейчас меня цапанет какая-нибудь тварина. Куда я иду? Что я здесь делаю? А, во, ну-ка. Так, окей. Что мне делать? Подать энергию к зажиму. Зажим должен, наверное, сейчас активироваться, да? Ага, хорошо. Ой. Ну, наконец-то тут стало так ярко и светло. Сейчас, наверное, энергия у нас выработается, да? Да, генератор раскручивается какой-то. Хорошо. Первый есть. Какие-то звуки странные вообще. Тут кто-то сзади ползает. Давай, третий рубильник готов. Так, ну что я сделал? Я вроде все активировал как надо. А, еще вот этот вот режим. Угу. Понятно. Так, ну окей. Отлично, мы поворачиваемся. Походу, да? Нет, это тарелка поворачивается, вот это. Хоть бы нас услышали, а. Ради всего святого, пожалуйста. Все будет хорошо же. Я так понимаю, они согласно выставленным координатам поворачиваются, да? Давайте быстрее, а то стабилизация уже, наверное, процентов 20. Так. Ввести координаты. А, ввести координаты Торренса еще надо. Ну, ё-моё. Как все сложно-то. То ли какие-то осколки тут летят, то ли что, какой-то ветер космический. Какой ветер космический, что я говорю? Да, я не перестаю удивляться, какой масштаб. Просто похлопать в ладоши надо. Чего? Кто-то рычал сейчас? Отлично. Давай, 35-75, что ли там было? Ну. Так, 35 это, а? Сейчас. 11 декабря. Да что ж тут так, что ж ты так долго-то крутишься? Семьдесят пять. Так, наверное, будет быстрее вот так, да? О, не. 350 градусов крутить я не хочу. 75. Давай, 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 родная. Так, подождите, вот это 60, значит, это 65, это 70. И это 75.
Так, ну все. Мы готовы. Где же Торренс, а? Неужели он так далеко стоит, что я вообще его не вижу даже? Прям какое-то космическое орудие, да? Торренс! Торренс, это Рипли, я на станции! Вы слышите меня, Верлен? Рипли, Рипли! Что там у вас происходит? Все очень плохо! Тут инопланетный организм, он смертельно опасен! Нужна срочная эвакуация! Что-что? Нет времени объяснять! Я прошу вас! Нам некуда причалить, Рипли! Станция уходит с гравитационного якоря! Я видел буксирную платформу под космопортом, но трос на Торренсе на такое не рассчитан. Поверните зажимы буксирной платформы в сторону станции! Сейчас, подходите! Пристыковать Торренс. Так, скорее всего, нам сейчас возвращаться назад надо, да? Ага, вернуться Рикардо и добраться до жилой зоны. Фух, ну ладно. Надеюсь, Рикардо-то выживет. Господи, мы всех потеряли здесь уже на этой станции. Всех, кого только могли. Всех тех людей, которые были нам дороги, либо... Ну как дороги? Которые были к нам дружелюбны. Так, вот это вот очень плохо, что какими-то сгустками плазмы стреляет. Стреляет что-то. Я даже не пойму, что это такое. Ладно, хотя бы у нас сейчас, по крайней мере, есть связь с Торренсом. Торренс. Такое название. Как прям футболист какой-то, Торренс. Ну да, к чему это я? Так вот. Надеюсь, все это будет не очень трудно сделать, потому что... Очередной гонки с чужими я, наверное, не выдержу уже. Меня реально... вот игра не то чтобы утомила, она меня немножко подвергла такой... Иногда в некоторых местах мне она показалась скучноватой. Но в некоторых местах я, конечно, говорил, вау, открыв рот. Потому что были места, были моменты, которые показывали нам, что разработчики реально фанаты. Фанаты вот всех этих серий, они изучили там буквально... каждую деталь, каждую мелочь, и они способны творить в этой вселенной очень хорошие игры. Так, вы меня не пугайте тут. Давление выровнять надо. Ой. Я в детстве думал, зачем нужна вот эта вот штука? Так, я сохранюсь. Я сохранюсь в скафандре, и мне пофиг. Отлично. Сейчас нам нужно вернуться к Рикардо. Надеюсь, с ним-то ничего сейчас не случилось, потому что он там вольготно так довольно-таки сидел на своем месте. Так, ну вот, опять я все слышу хорошо. Нет такого... Рикардо, готовься. Мы уходим. Давно я мечтал это услышать. Рикардо? Рикардо, прием! Ого. Рикардо, прием. Походу, у Рикардо там не очень все хорошо. Сейчас будет весело, если сюда прибудет чужой. Ха-ха-ха-ха-ха. Япона мать. Космос? Пройдите в назначенный вам пункт эвакуации. Я так... Я так и знал. Я просто так и знал. Она сюда же сейчас подойдет, да? Капец, а потом она придет за мной. Вон она. Бедные, бедные, бедные люди. Несмотря на все это, мне очень жаль. Мне очень жаль их. Ну и сейчас мы остались на... Так, нет, я не пойду сюда. Я вижу, вон она, эта тварь. Она там сидит, и мне можно попытаться как-то через вентиляцию выбраться.
Ага. Вон она. Так, что ты хочешь сделать? Непонятно, что-то хочет она сделать. Он, получается, пробил какую-то дыру в люке, что ли, и воздух весь ушел, я так понимаю. Не, смотри, она ходит, она вообще не хочет уходить, эта тварь. Она как будто кого-то ищет тут, как будто кто-то есть здесь живой. Такое ощущение складывается. Тут же никого нет уже, правда? Че я туплю? Могу просто пробежать мимо нее, да? Как она меня видит? У нее вообще глаз нет. Этот изгиб черепа. Давай. Так, как тебе открыть? Где-то здесь ходит. Я вот и думаю, где. Я аккуратно, просто аккуратно играю, не знаю. Мне кажется, что она никуда не сможет убежать. Точнее... Ну, вентиляцию-то скроется. А чё толку? Так, хорошо. Давай, 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 давай. Сохранение, сохранение. Тихо, просто. Глубочайшим. Давай. О, вон она. Офигеть. Давали им отсюда нафиг. Я просто дал экшена в конце. Вау. У меня никаких сомнений, что это крутая игруха по чужому, да. Я боюсь, правда, сейчас тут куда-либо идти. Потому что вы сами знаете. Ой, мама мия. Че, ребята добрались, что ли, до пункта назначения? Рикардо? Господи. Понятно. Рикардо. О, нет. Ну, я так и знал, что... Твою дивизию. Все очень плохо. И нам нужно выбраться уже одним. Рикардо, что ж ты, бедняга?
Ага, значит, вот она. Салочки, побегушечки. Ну. Тварина. Что ты мне хочешь сказать на этот счет? Уй-ё! Даже знаю, а что. Вали отсюда. Чем быстрее, тем лучше. Так. Ушел? Нет, он там где-то. Хорошо, я валю. Давай. Ой-ё! Ай, фух. Так, дубль 2. В лёд, сохраняем игру. Не знаю, почему я нажал нет, но... Ага. Ребятам там уже... Варфоломеевскую ночь устраивает, да? Тихо. Теперь эти шкафчики станут нашими надежными союзниками. Так, куда нам нужно попасть? Добраться до жилой зоны — это, конечно, хорошо. Но нам нужно в технобашню Ларец. Так, стойте, я сейчас соображу, где это. Это нам нужно, получается, обратно приехать, да? Ну, походу, да. Угу. Так, а кто это у нас тут ходит такой? А, это чужой перемещается. Угу. Фух, какой бодрый все-таки заряд положительных эмоций. Ага, она здесь. Вон она, это... Нет? Блин. Твою дивизию. Тихо. Ой, вон он, парень. Походу, попал. Смотрите. Ой. Не говори, что ты сюда зайти хочешь. Не говори. Там чувак ходит спокойно просто. Вон она. Как будто реально каждый миллиметр дуновения воздуха чувствует эта собачья пятка. Ай-яй-яй-яй. Смотри, сейчас повернется, не? Повернется, я же сказал. Да, ну ты гонишь. Она здесь ходит. Как? Ты, блин, тех ребят давай, вали отсюда. Сейчас назад пойдет, да? Чё-то я, походу, чувствую себя в западне в какой-то. Угу. Так, ну значит, надо что-нибудь кинуть такое, знаете? Слушай, может, болтером его можно уничтожить, а? Или фаер кинуть. Где он, кстати? Стравить их всех вместе, а? Как вы думаете? Вон она. Сейчас посмотрим. Что-то неужели он запрограммирован по одной... По
по одной и той же траектории ходить. Вы меня разочаруете, если это так. Ага. Все. Так, главное, он сюда бы не пришел. Тут мне даже прятаться негде. Слушайте, болтером пробью его, нет? Хитин. Конечно, хотелось бы попробовать. Да, он ходит туда-сюда. Давайте попробуем. Если успеем. По одной и той же траектории ходит. Вообще жесть. Можно тупо сделать рывок. Нет, не успею уже. Или успею? Успею. Валим. Я думаю, что это самое правильное решение сейчас из всех, которые я принимал. Просто валить отсюда. Ой, блин. Чувак, ну ты вообще тут не вовремя встал. Тут чё? Вон он, тем более. Ё-моё, ё-моё, ай. Он в вентиляцию ушёл. Где-то рядом, да? Я валю, мне пофиг. Так. Это я читал. Это вещи. Так, пока там она занята вот этими ребятами, я предлагаю просто нафиг валить, пока не будет у нас... Кто? Кто? Андроид, что ли? Вы вообще просто тупые андроиды. Все, я сваливаю от вас. Вы мне вообще не нужны. Так, отлично. Ой, это тупая... У меня что-то все сегодня тупое. Ну вы посмотрите. Он рядом. Да вы бредите. Он здесь ходит. Вон он. Он нас ищет. Ай! Валим. Все. Вот теперь точно. Это было последней каплей просто. Так, куда? Вперед и куда-то вправо. Отлично. Тут были сохранения? Не было? Ну и как бы ладно. Фух. Ну вот такие вот дела. С чужим мы... поразмялись чуть-чуть. Причем он не уползает в вентиляцию, как это было, допустим, пол игры назад, когда он просто побегал по уровню, поискал меня, не нашел и был таков. Так, вон сохранение. Так, я рискну все-таки. Да... Ой, что я сделал? Господи. Фух. Так, друзья,
Я предлагаю на этой ноте, не очень хорошей, не очень, ну и в принципе не очень плохой, почему бы и нет, остановиться и продолжить в следующей серии, потому что мы прошли уже достаточно долгое. И, короче, я заговариваюсь, начинаю нервничать даже как-то. Прошли долгий период времени, долгий уровень. Мы поняли, что здесь, короче, очень много чужих всех. Он метает, он вообще раздирает всех подряд. У нас даже был такой экшен прикольный, что было, знаете, было очень атмосферно, я бы сказал, потому что... Но убегать, запрыгивать в лифт, нажимать на кнопку и при этом, зная, что в 2 метрах от тебя сейчас только что чужой был, который не убежал, заметьте. Мы его ошпарили огнеметом, но он так и не удрал. Фух, это было действительно очень круто. Ну и все, давайте, я предлагаю завершиться и увидимся в следующей серии. Не знаю, мы уже одни на этой станции. Все, абсолютно все погибли, кто был нам дорог, кто был нам нужен, кто был... кто помогал нам. Мы одни, нам помогать некому, и тем более еще тут какие-то люди, которые сами страдают от чужого, нет, чтобы с нами объединиться. Ну, в общем, в этом суть людей. А на этом все. С вами был Влад. Всем хороших игр, друзья. Пока!